Ветик, ну, блин, возвращайся уже. Нужен. Меня в Красноставе. Ветик, ты предатель. Сейчас, ты в Красноставе? Все, наблюдаю его. Взрыв увидел? Все, не двигайся, ты еще дальше уйдешь, и мы тебя не услышим. Наблюдай взрывы. Так я иду, чтобы их наблюдать мог. И сразу улучшится, не просто. Поднимись так, чтобы увидеть первую точку красную. Первая красная точка — это какой-то бункер. Там РЛС стоит. К западу от ангаров первых на аэродроме. Мы по какой точке бьем? Укрепрайон или что? Или РЛС? Первый бьем. По первой западной точке. РЛС. Пошел Урал. Будет смешно, если вертолет десант здесь высадит. А, слушайте, у меня у самого таблица есть, сейчас. Пока разбирайся, у нас пока корректировщик доберется. Короче, 200... Все, я могу стрелять, отработать сейчас. Не надо, слепую. Так какая разница, с чем отработать? Уже рядом. Утверждения нет. Эти одну точку уничтожили вы же. Крайнюю, третью. У вас только вот аэродром. Всю войну пропустим с вами. Так, Блобика слышу. Не, наши еще далеко вообще от аэродрома все. Блобик уже не аэродром. Блобик пусть наводит, сволочь. А, Блобик, я аэродром уже вижу. Вот давай. Видишь наводи, самую северо-западную РЛС? Так, пока нет. Секунду, поближе подберусь, может, Блобика найду. Блин, мы тебя сейчас слышать не будем. Не, слышать меня как раз таки будете. Кстати, непонятно, где все враги. Что наши там воюют каким-то 3,5 человека против них. Все, шторм, я готов. Выставился. Это выску. Все, Грифон, давай, 4 штуки. Этих жди. Работаю. Ну. Перемоговато. Ну чё? Как там, ну, Витя? Глухо. Разрывы ты хотя бы слышал? Перелёт, по-моему, был. Грифон, ты учитывал, что ты находишься на 160 метров выше цели? Ну, тем было высоко, по-моему. Грифон, сбавь там метров 300-400. Еще одну долбани. Давай тогда одиночными пока пристреливаться будем. Пустил. Выстрелил, да? Да. Еще меньше. Ну,
короче, 200 еще сделаю, тоже 300. И другом. Да, я уже разорю, даже слышу. Сколько ты хотя бы говори? Метров 70 правее бери. Значит, 1.5 градуса где-то. Чуть ниже. 100 метров где-то возьми, еще ниже. Зафиксирую одну улитку, туда отработаем. Метров 40. По удалению нормально? Да. А вот и ты вниз побежал. Ну я туда на северном склоне бегаю. Мельтеши. Еще 2 метров 20 и чуть ниже метров, наверное, 30. Там в таком удалении 20-30 метров, не это не разку будет долбать. Вы сейчас самолет подорвали. Это что-то по нам было. Это я, скорее всего, по дереву попал. Мне тоже там по дереву начал. Мы подорвали самолет. Так, сейчас я перегоню его. Зря, зря, ты сейчас собьешь прицел, все собьешь, по новой надо будет пристреливаться. Я чуть вперед откатился сейчас. Сейчас, погоди, настрою. Что-то не понял, как он перелет опять был. Так он сбил свою позицию. Прицел сбил. Смотри, Ветик. Одиночный. Левее, левее. Метров 100, наверное, левее бери. Проще подъехать, да расстрелять. Там БТР где-то катается. Понятно. Отсюда не попадем, большое удаление очень. Конечно же, попасть на это удаление. И еще бери метров 30 метров ниже. Ну, и метров 20, и нормально. Две отработал. Эдик, ты хоть противника-то наблюдаешь? На Рулевске с северо-западной бегают два поцика. За Рулев смотришь? 112 работает. Так, смена, Ветик, смена, Грифон. Грифон, наблюдай метки 1-2-3 на карте к западу. Ветик, это от аэродрома западные, там два каких-то ангара больших стоит, должны стоять. Метку один наводить меня, сколько примерно удаления сейчас? Удаление будет ближе метра 200. Километр. Что с ним? Так я тогда немного смещусь. А нет. Пусть наводят.
Ветик, это такая лесополоса, и к западу от нее два каких-то, наверное, красных ангара. Смотрите, смотрите, удаление. Ну, я стреляю. Трави, трави! Ты чего тут свои? Ты свои сейчас бить начнешь. Мне там 200 переправей. Сейчас у нас еще и другие корректиры будут. 200 метров правее, иначе сейчас своих убьешь. Давай, одиночный микрофон. Я по единичке работаю. Ты прямо да, без бункера отработал. Ты для себя вертолет, прям весь бункер накрыл. Так, левее бери. Сейчас скажу точнее. 70 метров бери. Что, у нас тут на западе свои-то есть хоть? А тут они слишком хоть технику корейцы. А что ж ты будешь делать? Ветик, повтори, я не слышал. 30 метров правее бери. 25 мы читали. Правее, правее. Говорю же, правее. 25 метров бери. Отставить стрельбу, заходит наша пехота. Давайте снова переключаемся на РЛС западную. Так, тогда бери. А, хотя забери. Тогда наши идут, лучше не стоит стрелять. Да, мы больше не работаем по меткам 1, 2, 3, там наши идут. Ну, давайте вот, если... Грифон, вот ты на резке, если помнишь, вот куда я тебе говорил, когда ты блокпост накрыл, вот давай попробуй его еще раз накрой. Это надо вот где ты сейчас бил, 200 правее. Очень, да? Что еще раз? Одиночный, пусть один. Длиннее там метров 30. И шторм. У нас пехота заходит с запада. Да, наши запады. В большинстве своем. Ну вот, в принципе, отработал. Я думаю. Сейчас вы уже просто будут подходить. Не стоит стрелять.
Что, мы поехали в атаку? Ладно, я пойду в Алгушку тоже. Не-не-не, корректируй. Базу можно, блядь, самую восточную точку на аэродроме. Сейчас туда-то отработаем, там, наверное, оставшиеся пехоты сидят. Самую восточную не вижу, на пределе. Я вижу. Пост и эту. Торм, если мы сейчас заняли позицию, допустим, КНДРЕ, так давай туда подъедем и отработаем оттуда. В расстоянии метров 500 будет. А вот посту бетер там. Проскочим до. Давайте до ангаров, до 199-й поехали. Же что? Поцки. Не, давайте-ка спускайтесь где-то до Красностава и на запад берите. Тогда вы спокойно можете выйти и на врага не наткнуть. Короче, давай, ехали с вами. Эффективность низкая очень. Огня. Клинтов уходит, и давай. Сейчас БТР накроет меня. Передай там М113, что возле блокпоста Южного катается БТР. Они наблюдают. Заблокирован. Техника заблокирована. Выйди, Грифон, ты это, убийца. Или Блэйн, как вот он. Я внутри. Я внутри. Куда мы едем? Все, я внутри. Трогай сейчас на запад. Там дорога будет, увидишь. 199-я это? Там мы на 199-ю едем. К ангарам к железным. Красностав. Может не. Может сам Красностав, там здесь 32-я высота среди домов. С запада, с запада можно объехать Красностав. Сейчас по дороге особо не рискуйте, потом выходи на 232 и выходи на 199. Его уже зачистили, там наши уже вперед пошли. Сейчас самое время надо поддержать там огнем. У нас GPS есть, давайте там... Давай, я тебе подскажу, вы вперед. На западную горочку. Ангары впереди. Ангары впереди. Ай, давай, газу, газу, газу. Не останавливайся. Правее, да, вот они, вот два ангара. К них будем работать. Если видимость будет. Их заезжай дальше. Слышу вас. Левее берите, отсюда все хорошо видно. На горочку левее забирайтесь. Левее, 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 ты правее взяла, левее. Куда, куда? Водила, давай вверх. И к лесу гони. И... Сейчас правее, правее, правее. Вот давай сюда, сюда, все, все, разворачивайся. Все, стой, огонь, огонь, огонь. Стой, 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 стой. Огонь открывай. Давай, Грифон, прыгай на стрелка и работай, работай, работай. Бегу, бегу, бегу. Давайте не тупите. Торм, прикрывайте. Отстоит. ПРЛС мочить. О, отлично, отлично, отлично. Супер. Ну и все, тогда отрабатываем и все. Грифон, работай по бункерам, если видишь. Это какой-то день южный вот бункер. Грифон, видишь, да, там на юге большой такой бункер, там есть вертолет. Там вертолет сейчас стоит где. По ангарам работайте, это не вертолет, а самолет. Остановись. Стоп, не бункера, стоп, стоп, стоп. Ангары. Ангары. Там уже свои подбегают. Заряжаю. Сейчас враг бежит по полю.
Куда? Да, вот. Восток дальний лес полоса. Логин, это свои. А свои, да. Лол, а чё 113 в них стреляет? Это нашим 113 стрелял по мибу. Бэтр что ли едет? Тихо, не стреляй. Что-то едет сзади. АГС, МК-19, давай отрабатывай по ангарам, ты не тупи. АГС-ка я себя прикрою. Так, просят накрыть какую-то... какой-то укрепрайон со шлагбаумом между укрепрайоном и дальше на востоке. Логин, скорректируй бинокль. Да мы не видим там ничего, зачем это надо? Логин, накрывай все, то есть Грифон. Не все, а начните по цели. Надо цель уничтожить. Там говорят, пехот где-то. Если на западе есть еще свои техники. У нас тут кто-то бегает, внимание. Разворачиваемся на... 320 у нас тылу, длину 100 метров. Человека видим. Сколько? 180 метров. Вот дым вижу уже. Блин, на этом плотно. 113 ездит. А, задний ездит наш, по-моему. Да, это наш. О, как рвануло. Это самолет. Самолет взорвался. Да стрелять по кругу этим ангарам, по кругу. Что же подходит к ангарам сразу? Они будут громко выпить в рацию, я скажу. По мне работает калаш. Тебе что? Северо горе кошно. Покатель с пушмана тут лежит рядом. Могу по укрепрайону сзади БТР-60 метки отработать. Оставь стрельбу, сколько у тебя осталось? У меня еще две коробки полные. Покажи. 36-й на канале. Так, давай на запад. На 110 азимут. Выезжай. На краюшку леса и будешь работать. Парень, это восток. Это восток. 110 это восток. Пофиг ей туда. Я только что обзавелся винторезом, линейкой и биноклем. У кого? Тут труп валялся. Сейчас будем работать. А кто у нас на связь только что выходил? Кто говорил? Шестой. Шестой из группы Red. Ну что, 13-й? Радовский. Дайте мне стрелка. Ну давай, я пожалуй сяду. Грифон, я сейчас пройду, попробую по северной стороне аэродрома. У меня теперь есть бинокль, могу тебя корректировать. Ну там, в принципе, наш уже, я буду в тылу у них. Логин, тогда оставайся возле нашего АГС. Ветик, ты тоже... Ой, ты что такое? Смотри, накрывает. АГС накрывает, да? Видимо, да. Не видно. Откуда? Грифон, не стреляй, если ты стрелял. Вперед, едь, едь, не спеша, выкатывайся. Правее за Беременного. Бункеров есть у этих, у ангаров наши? Нет, могу отработать туда. Да, там как раз наш. Слушай. Я вижу, что на вышке лежит один поцик.
Не знаю, может он труп уже. Не на самой вышке. Печерская, что ли? Двухэтажная. Так, калашников рядом. Так, возле нашего инструмента, походу, враг. Работаешь? Бетик, ты где? Он бегает за нее прям. Откуда он? Да, он сзади нее был. Вышку накрыть? Вот все-таки вышку накрыть, нет? Зошку вроде уничтожили. Накрыть вышку, нет? Диспетчерскую. Давай парочку туда. А, ты я думал, ты СВС. Тебя пойду дискорректирую. Нет, это М2 работает, М2, Редер. Второй этаж, бей по второму этажу, там по центру. Убрался, все, можешь не стреляй. Кого там нет? А у нас Логин живой? На втором этаже пожарки лежал поцик. У нас Логин живой? Да. Так, проверьте-ка, где Логин лежал, он был возле АГС прям. Победили? Так, а Логин, ты как вообще умудрился умереть?